сам им напишу, чтобы примерно понимать. Так, у нас сегодня вкусный привез нам стейк лосось. Красавцы. Натерли просто чуть-чуть соли и чуть-чуть перца. Вот такой рис будет на гарнир. Обычный перец, обычная соль. И розмарин, конечно, лучше свежий. Но у меня только такой. Так, просто на противень так выкладываем и все. Ставим воду и вот такой рис будем делать. Ну что, ставим все это дело и закрываем. Смотрите, какая красота. Как спалось? Хорошо. Ну, хорошего дня тогда. Ну что, дойдем до садика и будет хорошего так дня. Так тут эти 10 метров. Красотуля. Не проснулась еще, да? Проснулась. Знаете, сегодня, ну, я отвела Сашку в садик, пошла на тренировку. После тренировки выхожу, и идет дедушка, и не может спустить тележку с лестницы. Я к нему побежала, говорю, давайте я вам помогу. Он такой, нет, ты девочка, ты еще рожать должна. Я говорю, слушай, давайте я помогу, потому что я вижу, что тяжело. В итоге он такой, знаете, нет, я сам. И я обратилась, и говорю, молодые люди, поможете? Конечно, они помогли, но с таким, я просто вообще, люди, вы по сторонам смотрите, блин, помогать друг другу надо, правда же? А в комментариях все у нас продолжается, еще не было стоп-слова, поэтому кому летит 1000 рублей на кофе, узнаем чуть позже. Хорошего дня. Ни за что не поверите, где мы. Попробуйте угадать. С мамой. Девочки, сегодня у меня день красоты. Ухаживаю за собой, за волосами, за ногтями. Сейчас буду делать маникюр. Как вы думаете, какой мне идет? Вот такой или вот этот? Или тренд сезона 2020 года без покрытия? Девочки, в итоге я выбрала вот такой цвет лака. Назвали мы его цвет запеченной крови. Как вам?